Способ заработать на обмане пенсионеров в чужом регионе с треском провалился. В Саранске вынесли приговор жителю Оренбургской области, который похитил несколько тысяч рублей, представляясь сотрудником коммунальной службы. Он вместе с подельником из Ростовской области, дело которого находится в Нижнем Новгороде, сообщал своим жертвам о проверке вентиляции или другого оборудования. А оказавшись в квартире, обязательно находил проблему – отсутствие огнетушителя, что, по его словам, могло грозить штрафом. А дальше предлагал свою помощь в их приобретении. Сначала он пытался оформить заявку через свой телефон, но потом, ссылаясь на технический сбой, просил мобильный у пенсионеров. С помощью команды для перевода денежных средств по СМС злоумышленник похищал со счета сбережения потерпевших. Обманутыми стали четверо саранских пенсионеров. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Мордовия совместно с оперативниками УМВД России по городскому округу Саранск установили причастных к хищениям. Ими оказались 24-летние жители Оренбургской и Ростовской области. В Мордовию они приехали целенаправленно с целью совершения преступлений. Злоумышленники заключены под стражу в Саранске и в Нижнем Новгороде. Злоумышленник из Оренбурга не просто ушел в минус, выплатив ущерб потерпевшим в ходе следствия, так еще и пару лет должен будет прилежно работать. По приговору суда житель Оренбургской области приговорен к 2 годам 6 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы ежемесячно. Дело ростовчанина передали в суд соседнего региона, поскольку мошенник успел совершить там несколько преступлений. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».